Доцент кафедры радиоастрономии Института физики Казанского федерального университета Алексей Колчев предложил новый способ обнаружения сигналов внеземных цивилизаций. Свое исследование он представит на 7-й международной конференции «Функциональные и дифференциальные уравнения и их приложения», которая пройдет с 22 по 27 сентября в Израиле. Обнаружение аномалий, оно давно исследуется. Я просто в рамках этих исследований предложил простую модель, которая легко позволяет обнаружить эти аномалии с использованием методов машинного обучения. Методика обнаружения и выделения неизвестных сигналов, разработанная Алексеем Колчевым, основана на подходах, которые ранее применялись в других областях, например, в теории надежности механизмов, а также с использованием методов машинного обучения. Это математическая модель, которая приложима к обнаружению как раз новых каких-то нестандартных поведений в некоторых процессах, которые по своей структуре являются случайными процессами, но у них проявляется какое-то нестандартное поведение. И вот эту нестандартность, непохожесть можно обнаружить с помощью развиваемого мной подхода. Так как явление еще не открыто, то и его сигнальные проявления еще неизвестны. В докладе на конференции в Израиле будут представлены математическая модель неизвестного еще сигнала и развитые на основе этой модели технологии их обнаружения. Лилия Талипова, Универньюз.